ментуха на проводе, и прямо сегодня будет просто нереальный троллинг, потому что я задоначил 1 миллион рублей моей девушке Анетке, которая прямо сейчас стримит. Но есть одна небольшая проблема, то что это будет фейк-донат, но она об этом не будет знать. Поэтому, ребята, это будет очень весело, но если вы готовы, поехали. Ну что же, как тебе вот эта вот малышечка? Она может быть твоей. Чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо просто поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой хороший комментарий и, самое главное, посмотреть все видео от начала до конца без перемоток. Я буду проверять. Всем желаю удачи. Ну что же, ребята, прямо сейчас Анетка начинает стрим, и она даже не знает, что же я буду ждать. Ох, малышка, держись, потому что сегодня будет... Ай-яй-яй, как горячо. Идеаленько, ребят, эта шмакозявочка уже начала стрим. Скоро будет очень весело, просто поверьте мне. Ну чё, мужики, я уже думаю, можно наводить суету. Первый над будет таким. Анетка, ты очень красивая, а у тебя парень есть? А на самом деле парень-то я! Ну посмотрим, что она скажет богачу, да? Потому что 1000 рублей парень закинул, для нее это очень много. И посмотрим, что она скажет, есть ли у нее парень или нету. Отправляем первый донатик. Все, ребята, я отправил ей первый донат. Давайте смотреть на ее реакцию. Пришел. Мне за листа трек-то все можно. А ну-ка. Это куда ты вышел? Так. Спасибо, спасибо, спасибо. Че? Спасибо, разработчик. Эта женщина заигнорила. Я что-то не понял. Это шутка такая или как? Значит, коса рублей. А, она была без наушников, смотрите, только надела наушники. А-а-а, понятно. 5 minutes later. О, заметил, спасибо, ура! Спасибо, что? Спасибо! Пожалуйста. Спасибо, не жалко. Ну, типа, ну... Обращайся, ну, Нетка. Ладно, ребят, отправим еще один донат. Только в этот раз немножко покрупнее. Давайте, ха-ха. Я твой фанат. Если выберешь с 3 кейсиков тычки, доначим 10 тысяч рублей. Я думаю, Анетка от такого точно не откажется. Давайте отправлять. Надеюсь, в этот раз она не заигнорит. Тут уже сумма побольше, тут уже 2000 рублей. Да, конечно, да ты шутишь, у меня появился... У меня появился таб-донатер. А чё, а ты подожди, а ты случайно не зерновка? Я скажу так, зерновка в сравнении со мной пыль! Зерновка, братик, это сейчас шутка. Ты перхоть. Ладно, шучу опять. Ладно, я не знаю, как реагировать на самом деле на такие донаты, когда просто присылают 2000 и... Ой, спасибо, и сказать. Это челлендж. Вы понимаете, она даже вышла с дуэли. Прямо сейчас будут открывать 3 кейсика и будут пытаться выбить тычки. Потому что если она выбьет тычки, я пообещал, что дам ей 10 тысяч рублей. И тут она откажет, все свои планы меняют сразу. Пошла открывать. Но я бы сделал бы так же. Ну что, смотрим. Миф. Блин, у меня только дали голду, только недавно. Ля, у нее всего 400 голды, прикиньте. У нее всего 400 голды, и она всю эту голду потратит на тычки. Но ничего страшного, даже если она тычки не выбьет. Мы отправим утешительный приз. Ну, конечно же, фейковый. Ну, короче, если на нетки выпадают тычки... Мы отправляем много денежек. Но если Нетке не выпадают очки, мы тоже отправляем много денежек. Так, ну шо, ребята. Ну, рарочка, рарочка, у Нетке лицо. Ну прям капельскую расстроены. А Нетулечка, не расстраивайся. Я же еще отправлю, денег хватит на всех. Вот сколько ты захочешь, сколько отправлю. Блин, честно говоря, даже жаль Анетку, чтобы понимали, она за все время открыла более 300 кейсов и вообще ни разу в жизни не выпали тычки. Реально, аж немного жаль малыху, но ничего, ребят, мы эту ситуацию справим, мы Анетку поддержим и покажем ей то, что мы ее по-настоящему любим. Отправим ей фейковый донат. Ха! Ну что, ребят, отправляю следующий донат, 4000 рублей и пишу, ничего страшного, ты все равно топ, у меня много денег, а у тебя парень есть? Потому что она так и не ответила, есть ли у нее парень или нет. А то вдруг оно морозится от меня, а? Он меня однажды заскамил, этот ваш Бен. Нет, не я. За 100 год... Ля, ребята, это такой фрик, она чисто все донаты пропускает. Просто пропускает. Ладно, будем ждать, чтобы она увидела. Все, у меня официально нету парня. Как это у нету? Меня... Что? Пока, пока, отправить сообщение... Закрыть чат. Где что? Вы? Все, это не мой парень. Все. Какая пыль? Мой... Какая пыль?
из-за денег променяла кента. Ну ничего. Сейчас мы, ребята, ее проучим. Сейчас мы проучим. Да, 4000 рублей отправили. Все. Кент пока не должен. Все, свали перхоть. Хорошо, Нытка. Сейчас посмотрим, что ты скажешь, когда отправишь следующий донат. А в следующем донате я напишу, чтобы она станцевала. Чтобы знала, как говорит, что парень больше не нужен. Все, Нытка, давай. Оп. Оп. И давай, Нытка. Начинай отжигать. Ой, ребята, сейчас будет верк. Готовьтесь. Продолжение в телеге. Вот. Сюда, ребят, телега в описании. А что? Танцуй. Что, 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 что? Это не пошло за дела? Мне очень сильно приятненько. Конечно, приятненько. 8000? А Нетка, станцуй за донатчи 15000. Ля, почему? Короче, тут музыка с АП, поэтому, я поставлю свою музыку. тысяч рублей. У меня папа богатый, мне не жалко. Бросай кента и иди ко мне. Вот сейчас мы-то, ребята, и узнаем всю правду про эту Аннетку конфетку в попе табуретку. Что, у меня папа богатый, мне не жалко? Ты шо? Мне кажется, она уже вещи собирает. Я, ну типа, ну как бы, ну... На полном серьезе, ты напиши мне, пожалуйста, ВК. ВК напиши, да? Номерочек свой дай. И гулять потом пойдем в кофе попьем, да? Анетка, вот Анетка, засранка-то какая! За 15000 рублей уже забыл такой кент. Уже думаешь, что кент перхоть. Положение, как мне реагировать? Ну вот как? Цитат великих людей. Главное реагировать, а не эргировать. Выстави скин, и ты еще прежде выстави скин, спасибо! Да какой там скин? Она тебе 15000 рублей кинули. Там по 200 голды у Нетки покупает, а она тут радуется. 15 косарей. Так, ну чё, пацаны, давайте еще один донатик отправим. У меня уже все готово. Продай любой нож за 0.03, дам 100к рублей. А вот тут, ребята, будет самое интересное, потому что мне реально самому интересно, согласится ли Анетка продать нож ради 100к рублей. Я скажу честно, я бы согласился, если бы мой тип закинул так много, как ей. Все, ребят, нажимаю подтвердить. 30000 рублей. Да? Ой-ой-ой, ребята. Опа, проверочки на стояк. О, что мы Нетка делаем? Двоечку, да, походу, протренировала? Что угодно я сделаю. В смысле, все что угодно? Вот, а мы, кстати, давай это подробнее. Что угодно. Не понял. Все что угодно. Все. Бросаю кента ПК. Кого-то бросаешь? Ну ты меня такими донатами не балуешь. Я звоню кентусику. Ну, он, с звонит. Таким донатом. Так, шукер, 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 звони. Алло, привет. А ты смотришь интервью? Ой, не, не смотрю. А что там такое? Я богатая. Новый парень появился, говорю. Да. Так, ребята, прямо сейчас мы отправим 50000 рублей. Я напишу, я тебя люблю, а ты меня. И посмотрим, что же скажет Анетка. Смотрите, смотрите, смотрите. Ля, 50 косарей упало. Она даже не заметила. Ля. 50000! Могу себе позволить. Я открываю бизнес, я буду делать бабки, я куплю себе все кента ПК. Ты так? Мне не нужен. Почему я ты не нужен? Я меня обеспечила топ-донатер. Ну что же, ребята, давайте отправим следующий донат. Продавай весь свой инвентарь, и я сдоначу 1 000 000 рублей. Ну что же, погнали. Отправляем. Да что? Продай весь инвентарь. Вспомнила, что нож не продавала. Прости, топ-донатер. Извини меня, пожалуйста. О, она, походу, пошла топ-донатера искать. А вот, вот этот топ-стрим кресло стримит вместо Анетки. Ребята, это Габелла, зачем вы мне палите в чате? Если вы когда-либо увидите, что кто-то снимает подобное видео, не надо писать, что это Кен, зачем вы палите контору? В этом же и суть пранка, чтобы, ну, чтобы посмотреть на реакцию. 100000 рублей! Все, я богатая, будет у меня айфончик, будет у меня машина, будет у меня квартира. О, сливаю я за 0.03 донатер. Спасибо тебе большое. Спасибо, что зашел ко мне. Мне очень сильно приятно. Она, походу, от нервов перепутала и начала заказать за 0.03 вместо того, чтобы слить. Смотрите.
Марин, ви що нитки завозять, тото нитки завозять. Два! Три! Ми вас розвели. Чотири! П'ять! Поздравляю, дарю тебе ножик! Дарю тебе ножик! И он мне сейчас написал, подождите, 100 тысяч рублей. Продавай весь свой инвентарь за задачу 1 миллион рублей. Ну, в принципе, у меня инвентарь стоит не очень-то и много. Начну продавать. Все. Начинаю продавать все за 0.03. Анетка продает весь свой инвентарь. Давайте отправим следующий донат. Смотрите, что я написал. Как и обещал. Скажи, кого ты любишь больше, меня или кента? Если скажешь, что любишь меня, задоначу 10 миллионов рублей. То есть сейчас мы-то, ребята, и узнаем, кто такая ныткая пыль какая-то. Или нормальная девуля, кого она выберет, донатера или кента. Ну что же, я нажимаю волшебную кнопочку «Отправить». Так. Если скажешь, любишь меня, задоначу 10 миллионов. А? Я не то, что люблю тебя. Я тебя нереально люблю. И с кентом мы больше уже не вместе. Все. Мы больше Чё? С кентом. Все. Мы с ним прощаемся. Чё это Поля сказала? Мне послышалось? С кем это прощается? У меня только один вопрос. Только один Что? К тебе. Ты меня слышишь? Ну? Выбирай, с кем ты будешь, со мной или с этим мажором? Выбирай, с нищим кем-то пока или с этим богачом, мажором, бизнесменом? Ну, и ты мне нужен, и он мне нужен. В смысле? Как это мы вдвоем-то нужны? Нет, Кентусик, я люблю тебя. Я подумала, я люблю тебя. Ничего себе, как ты долго думала! Блин, ну если честно, мужики, я бы выбрал между донатером и Анеткой, конечно же, донатер, что прикалываетесь за 10 мультов, да я бы стал бы, не знаю, парнем кого угодно, хоть парня. Ну а, ребят, если серьезно, то Анетка сделала правильный выбор, и погнали прямо сейчас залетим к ней на стрим и посмотрим на ее реакцию. Это был я, и я тебе задонатил 10 миллионов. Я хотел тебе проверить, кого ты будешь больше любить, меня или донатера, и ты проверку прошла. Я прошла, так я сказала, я люблю тебя. Ну, наполовину прошла. А что это такое? Типа, я уже просто кента забыл его. Да, это был байт на донаты. Ты что, не понял? Ты хотела обмануть человека на донаты? Конечно. Ну что же, ребята, в принципе, она прошла проверочку, немножко попыталась донатера забайтить на денежки, но на самом-то деле она в конце сказала, что любит меня, поэтому Анетка умничка. Ну а если вы хотите получить вот эти вот перчаточки совершенно бесплатно, чтобы, ребята, чтобы зимой было не холодно, то залетайте ко мне в Телегу, потому что просто за подписку ты их можешь получить, просто подписаться в Телегу, по ссылочке описания, все, они твои. Поэтому, братанчик, жду тебя в Телеге. Ну а также, ребята, обязательно поставьте лайк под это видео, обязательно подпишитесь на мой YouTube канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кенту, околыть ухо, всем пока!